дискотека для детей! Привет, мальчики и девочки! Сегодня мы с вами выучим очень интересную считалочку про медвежат. Давайте сначала посчитаем на пальчиках до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично! А дальше покажем, как наши медвежата лежат на кроватке. Делай вот так. И не забывай про пружинку. Это очень важное движение, которое помогает чувствовать ритм и музыку. Затем наши медвежата начинают поворачиваться. И в конце один медвежонок падает. В этот момент тебе нужно подпрыгнуть очень высоко. У тебя прекрасно получается! Ты молодец! Давай потанцуем вместе! Десять медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе! Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно. Так тесно! Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Девять медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно. Так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Восемь медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, один упал. Семь медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Шесть медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно. Так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Пять медвежат в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, один упал. Четыре медвежонка в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Три медвежонка в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, а один упал. Два медвежонка в кроватке лежали вместе. Все вместе. Один сказал: повернитесь на бочок, мне тесно, так тесно. Все повернулись, как он сказал. Все повернулись, один упал. Один медвежонок в кроватке лежал. Один медвежонок в кроватке скучал. Малыш, ты такой молодец! Давай танцевать дальше! Нажимай на эти картинки прямо сейчас!